Привет, друзья мои! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. И да, не поверите, мы в Эмиратах. Вот такая зелень в экзотическом отеле Mercury Grand Джебель Хафид. 4 звезды. Сейчас все посмотрим, все покажем, все расскажем. Ставьте лайк, мы начинаем. Такое впечатление, что мы это пески Аризоны, да? Машинки и такая дорога на гору. Дорога очень крутая. К сожалению, немало аварий здесь происходит. Ну, ты же скажи, что эта дорога, чтобы подняться на саму гору, занимает 10 километров. Да, 10 километров. Тут часто велопробеги происходят. Причем мирового масштаба. Вы были в начале марта или в конце февраля, да? Буквально в этом году. Сюда забирались люди, уже была жара хорошая. Такая сюда и марафоны бегают. Да. Ну, это точно пока. Пока 10 тысяч лайков не поставите, я сюда марафон не побегу, не. Сейчас попробую вам показать еще. Вот, посмотрите. Горы, 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 горы. Это Эль-Айн, Эмират Абу-Даби. Честно, не то что снимать, удержаться тяжело. А водителю как тяжело. Ромашка схватилась. Ну. Я улетаю, не знаю, как ты держишься. Повороты какие-то сумасшедшие. Вот нам Джамиль показывает, разбилась машина. Ой-ой-ой-ой. Да, тут много аварий же происходило. Нам еще наш таксист Мухаммед рассказывал 5 лет назад, что здесь аварий очень много происходит. Вот. Все дальше и дальше, и повороты все круче и круче. Градиент 11 градусов. Ну, 11 градусов, ну, да. Специалисты, скажите, это тяжело. Специалисты, комментируйте. Ох ты. Ты посмотри, склоны засаживают деревья. Инжировые и что-то еще. Цветет красное. Ну вот он, отель Mercury Hotel. Еще называется Mercury Hotel Джебель Хафид. Потому что находится на горе Джебель Хафид. Въезд в отель. Много машин стоит. Отель полный, но вот мы уже посмотрели, никто друг другу не мешает. Все комфортно. Много зелени, смотрите, цветов сколько. Все в зелени, на горе. А внизу пустыня и наш город Эль-Айн. Вот. Сегодня посмотрим, что это за отель такой. Вот мы вошли в отель. Смотрите, какое шикарное зеленое оформление. Вон вход с рецепции. Сама рецепция. И вот зелень в отеле. Это что-то. Отель посреди гор. На вершине горы. Посреди пустыни, можно так сказать. И весь зеленый холл. Холл просто мега зеленый. Это что-то. Очень необычно. Я попала в первый раз в этот отель. Много слышала, много мечтала. Но вот такой холл зеленый. Напоминает, не знаю, наверное, Бали, Сингапур, Гонконг, где я была. О, Наташа уже хочет номер посмотреть. Вот внизу просто интересно, если... Да, тропический лес, вдруг там какие-то животные есть. Вот ребенка уносят плачущего, хотел, наверное, поиграться. Вот такие кожаные диванчики, кстати. Очень многие пишут, что отель староват. Это четверочка, это не пятерка. Ну, староват, не знаю. По крайней мере, вот нету такого ободранного, как в Турции, даже в пятерочках. Хорошие кожаные диванчики. Вообще очень круто. Вон дальше, видимо, такой типа кафетерий идет. Сейчас, в общем, пойдем номер вам покажем, посмотрим всю территорию отеля. Ну, пока как-то впечатляет, знаете, впечатляет. Все, идем. Идем смотреть номер. Так, беру свой чемоданчик, иду. Я не знаю, куда идти. Идем пока прямо. Ой, так в этот сад можно спуститься. Надо будет спуститься обязательно. А, вот, нашла Наташу. Что у нас здесь? Ну, сними вот. Ground floor. А, есть ground floor. Мы здесь отражаемся просто. Ground floor. Health Club, Swimming Pool, Shops, даже сауна, хамам. Ой, я по-английски сказала, но я думаю, вы поняли.
Значит, уехал. 5 этажей есть. Лифт уже уехал. Вот лифт стоит, Наташ, смотри. Вот же он. Боже, какой он, лифт прозрачный. Что мне, я же сказала, мне напоминает Сингапур, Гонконг, Бали, возможно, Таиланд. Тропический лес. Тропический лес. Так, тут надо карточку прикладывать? А я не знаю. Давай проверим. Нам 3 надо. Нет. Не пускает нас, а как поехать? Может, еще нажать что-то дополнительно? Кнопочку какую-то. Может, двери нажать? Так, что тут написано? Press select floor, bottom, while, green light и splash. Ну, green light. Ну, green light. И дальше. Сим-сим, откройся. Это смешно, это конечно. А тут написано PRC, я читаю PCR. Думаю, может, тест приложить. Мы поедем или нет? Наверное, мы не поедем. Keep the key, close the back sensor. Ну. Back sensor, ну давай. А я как? А ну, поменяй. Поменяй. Непонятно. В общем, стоим мы здесь. Долго мы будем стоять здесь? Так, сейчас будем думать, играться, но пока насладимся, в общем. Расскажем вам попозже, как мы эту проблему-то решили. Вот мальчик-охранник прибежал на помощь, но тоже что-то у него не вытанцовывается. То есть не мы такие лохи, оказывается. А как мы потом, если оно видишь? Окей, and? And? It will work automatically. Okay. Going now? Yeah. Okay, thank you, bye. Ни хрена не понял, как оно работает. Я тоже ничего не поняла. Он, конечно, приложил свои карточки, спасибо. Ну, зато мы посмотрим сверху этот шикарный отель. Мне уже нравится. А это сколько тут звезд? 4 звезды. Все, пошли на выход. Давай. Ну да, доехали. На его карточке мы доехали. На его карточке мы доехали, ну. Ой, давай здесь посмотрим, что. Уже не так интересно найти номер, как посмотреть, что здесь есть. О, шикардос какой-то. 33 страны видела, столько азиатских стран видела, а такую зеленую фантастику нашла здесь, у себя под носом в Иляне. Боже, как красиво. Мы в джунглях. А я не знаю, куда нам, какой у нас номер? 330. Налево? Все, прекрасные герои всегда идут в обход, идем мы налево. Ох, горы видно. Вообще сказали, здесь будет на 10 градусов холоднее. Хотелось бы верить. Я думаю, что нам туда. 304, 302. У нас номер 303. Это найдите эту. Найдите разгадку. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Идем все еще мы по тропическому лесу. Да, запах тут такой, знаете, от ковра, не отельный такой. Запах крутой. По коридорчику ковер новый. Стены нормально покрашены, потому что здесь было, опять повторюсь, много отзывов, что отель староват, надо делать ремонт, обновлять. Ой, в таких тонах классных. Честно, еле-еле иду. Ковер такой мягкий, что чемодан просто утопает в нем. О, привет, привет, hello. Посмотрите просто на этот вид из окна. Ой-ой-ой, круто как. А это какой-то прикол? Что? А теперь посмотри. Что, номера нет? Нет, номер-то есть, посмотри, что в номере. Косяки нашего номера. Что это такое? А ну покажи мне номер. 330. У-у-у. Это мы сейчас все покажем. Вот это да. Его еще никто не убирал. Как это? Подожди, у нас должно вообще быть две этих. Две раздельные кровати вообще-то. Ну, вид покажем. Вот это да, классный вид. Ну, пойдем сейчас на рецепцию жаловаться. Ой, вид классный. Да, вид обалденный, но что делать? Возвращаемся на рецепцию, пошли. Пускай рядышком нам тут. Подожди, сейчас, как люди оставляют номер. Вот сколько всего. Срач какой-то. Тут сбежали, по-моему. В общем, сбегали здесь. Да, вот так вот. Вот так вот люди сбегают с номера, да.
Ну что, показала я ребятам. Они говорят, ой, мы забыли написать 5.07. Не 3.30, а 5.07. Так что сейчас буду ехать уже 5.07 возьмем. О, thank you. О, смотрите, какие хорошие дети ждут меня. Окей, take mine. Take mine, because I'm making video. Yes, put here. Окей. Окей, it's coming, see? Magic, magic. Five, please. Five. Thank you, guys. Такие милые детки. Все, иду сейчас к Наташе, обрадую ее, что у нас на самом верхнем этаже. Может, пошутить с ней? Ну ладно, не надо. Не надо с тобой шутить, да? Да, у нас на пятом этаже номер. Он говорит... Ну, тут 5 оказывается. Ну, граунд мы не считаем. Да, так что мы идем сейчас, давай. Ну, сейчас мы с лифтом справились. Наверное, детки его починили, которые мне помогали. О, здесь другая зелень чуть-чуть. Но пятый этаж должно быть еще получше. Сказали, номер классный. Только почему я должна была знать, что у нас номер 507, когда было написано 330? Ну, ладно, ничего. О, здесь реально, вы знаете, это плюш. Плюшек такой. Вообще, я думала, это картина. Наташа заметила. Плюшек красивого цвета. Ну, не знаю, не скажу, что отель такой уж сильно подубитый, как писали люди. Снова ноги в ковре утопают. Ковер другого цвета, кстати. Ой-ой-ой, класс как. А где вообще такой номер? Это какой-то у нас класс, что? Уже 512. А, ну, наверное, в другой стороне 507. Сейчас скажут, такого номера нет. О, ребята, я ржу. Дайте дальше. 508-510. А, подожди, значит, это этот. Как его? Надо в другую сторону идти. Я думаю, что это четный. У нас же нечетный. Идем в другой стороне. Ребята, а у кого такое было, чтобы тоже как отели искали? А, ну правильно, обычно же сначала ведет мальчик тебя, правильно? За доллар или сколько там. А ну даете чай, вы не даете, напишите в комментах. Я даю всегда, стараюсь, чтобы доллар... Но здесь стараюсь, чтобы было 5 дирхам, это больше доллара, или 10 дирхам, это 2,7 доллара. Сейчас Наташа узнает. Я думаю, что просто здесь все, к чему мы сюда пошли, это все четное. У нас же 507 нечетный. Ну где-то же наш номер есть. Ой, ставьте лайки, народ. Да, зачем у Наташи на 2 дня такой чемодан большой? А что, плохо? Не, классно, да, просто все вещи поскидывали, удобно. Так там еще кроме... Да, мы же воду набрали, пить-то хочется, вода дорогая. У нас почти блок воды там. Вот снова полюбуйтесь отелем. А мы идем искать наш номер. У нас в поисках номера, это ржаки какие-то реально. Английский надо знать, чтобы почти, да? Не, ну я вообще просто иду за Наташей, я снимаю. Не то, что там мне это вот сильно, сильно хочется почитать. Да хочется отель, зато мы отель уже засняли, смотри. А, ну вот, для особо одаренных, смотрите. Я не знала, что это. О, будем знать. От Иван четный. Ну теперь я буду что-то знать, как раз экзамен по IELTS скоро. От Иван 507, 7, 507. Как раз люблю, когда тележечка с этим стоит, с горничкой. Можно сразу выпросить тапочки, гели, если не хватает. Так положено, не забывает положить всегда. Ой, горы какие, класс. Ага. Вот другой номер, 503. Ну ладно, рискнем в 21 раз, да. Удивите нас. Ну вот, 507. Дюны и барханы. Ну что, номер хороший, вот, мне нравится это. Мне нравится. На, держи карточку. Давай будем заходить сейчас. Давай пока зайдем обзорочку с ними без этого. Убрано. Убрано и продезинфицировано. Ну, верю. Что это такое? Кнопочка какая-то, лифт напоминает. Господи, что так, это? Так, а куда тут карточку вставлю? Сюда? Давай, Наташа, ставит карточку. Давай, я пройду, сделаю. Ну вот. Ну, картинка вот такая, как, кстати, была на этом. Это смежный номер. Смотри, сюда можно дверь открыть. О, то есть мы в гости дверь можем ходить. О, интересно, кто соседи у нас. Так, что у нас здесь? Ну да, видно, вот видно старенькое, но, знаешь, не облупленное, не пошарпанное. Ну, видно, покрасили. Ну, по крайней мере, стулья не провалены, не подертые. А балкон у нас есть? Хотя я понимаю, как детки открывают тут, наверное. Вы видели, как номер оставили вообще? Да. А это, наверное, не самый большой вариант. А это что такое? Это у нас
У вас есть балкон? Есть? Наверное, вообще, нету. Как это нету? Мы платили за балкон. О, какой вид шикарный. О, так и на горы, и на бассейн, шикарно. И на горы, и на бассейн. Ну, это, наверное, балконы есть. О, вот сейчас меня сдует, кстати, меня уже начинает сдувать. Ох, какой ветер здесь, выхожу аккуратно. Это как это, французский балкончик, да? Французский балкончик начинается. Что это за шалешки там? А вот бассейн. Все, даже горки работают. Я удивлена, честно, странно, потому что он, например, у нас в Рэдисоне закрытый. А теперь я посмеюсь, ромашка ласты взяла. Где ты тут будешь заплатить? Я не брала ласты, что прикалываешься? Не брала ласты? Я не брала, я одну досточку взяла, только и все. А на досточке можно кататься с горки, ускорение придаст. Это два. Вот такой шикарный, что... А что это такое, смотри дальше, это была такая горка, что ли? Да, была такая старая горка, я думаю, ее закрыли уже. А дай-ка я еще пойду покажу номер, мы в вид мы посмотрели. Да, давай. Давай покажем номер просто, чтобы... Да, что здесь есть? Значит, есть шесть таких вот шухлядочек. Письменный столик, там будет ноутбук, мусорочка, телефончик. А что по свету здесь? Кстати, освещение, непонятно. Вот только две точечные. Подожди, вот маловато. Маловато. Кстати, да? Дует. Может, дверь прикрыть? Я не могу пройти. А, подожди, ладно, не закрывай дверь тогда, сейчас я покажу быстро. Сниму рюкзак. Подожди. Ой, как дует. Опс. Так, вы ванную видите, да? А я нет, прекрасно. Где она? А, все, свет включается. Все. Ну вот ванная, кстати, что приятно. А что? Не, ну та же душевая кабина была, мне не очень понравилась. А, типа стебусь? Да. Ну все, вот это вот есть то, что надо. Мылочка. Ванна не пластик, а такой хороший. Вон, верьте специалисту. Ну, о, биде, у нас в Рэдисоне в одном было биде, во втором нет. Да, помнишь, ты перепутала биде с унитазом? Да, сказала, ой, биде классно есть, зато унитаза нет. Раз, два, а что такое? А что такое одно? А нет, два, продон. Ну, сейчас как раз женщина здесь работает, салфетки. И есть. Можно пойти попросить все. Ну, так нормально, ребят, нормально номер. Нормально. Что это у нас? Шаур, гель, это по одному на два человека. В общем, номер вот такой вот. Пойдем пока занесем наши вещи. Ну, нормально. Ну, нормально, мне тоже очень нравится. Шкаф какой-то ущербненький, да? Ну, шкаф, ну, что он здесь? Нормально. Ну, нормальный, сейф он есть. А сейф для кого? Для Наташки, наверное. Что это? О, еще и для обуви. Да, ты же. Сейф точно для Наташки, она как раз вот для него достанет. Ну, экранчик, как было написано, с плоским экраном. Мы хотели с выпуклым, ну, ладно. О, холодильник есть вот такой. Здесь уже вот видно, что пошарпано чуть-чуть. Ну, да. Ну, что-то есть так, такое. Что? Ну, как сказать? Вы не видели плохих отелей. Да, вы не видели плохих отелей. Так что все нормально. Оставьте лайк, нам здесь нравится. Кстати, народ, лайфхак. Тапочек не было. Подходите к уборщице, говорите, do you have slippers? И вам даются тапочки. Очень удобно, с собой тащить не нужно. Даже, наверное, do you have, I need slippers, да? Просто здесь я не знаю, заложено или не заложено было. В Рэдисоне все писали, тапочки есть, поэтому в Рэдисоне я тоже ходила и напоминала. Где-то были одни тапочки, мы доставали. Даже в троечке в Дубае мы просили тапочки, они были. Просто удобная штука. Удобная штука, с собой не таскаешь. Попользовался, выкинул, надо никуда. Что, все люди на это, на завтрак ходят? Мы с тапками. Я пошла в строители. Привет. А это мы кладем в сейф вещи, вот. Видите? Где сейф находится? Ну, надо было додуматься. Не, ну а что делать, в принципе? А та полочка вообще там что-то видно? Нечего уборщиком шастать. Не, ничего. Ничего нет. Даже телефон брать. Даже $100 не оставили. Ну, что за люди? Все, закрываю сейф. В общем, это хорошо, чтобы не... Хорошо, что стульчик есть. Попросила Наташу чайник сполоснуть. Наташа заодно его и помыла. Не, ну а что? Вода есть, люди пользуются. Сейчас будем кофе делать. Здесь у нас круассанчики с собой, чтобы денег пока не тратить. В общем, и не ходить, не искать. Да, не ходить, не искать. Мы запаслись. Привезенное из дома. Сейчас покушаем. Лайфхак. А вот у нас лайфхак. Есть у нас бананчик, фисташки. Наташа морковку взяла. Ветчинка. Круассан с творогом. Баттер-круассан обычный, уже кофе налили, такие варианты кофе у нас есть, и финики, и курага. Так что сейчас покушаем и сэкономим деньги. Наташа какую-то красоту нашла, идем посмотрим. Идем в бассейн. Смотрите, я насчет лаз пошутила, но вот все очень серьезно. Ну а чего? Royal Suit, а туда можно заходить? Ну-ка, да выгонят.
Вау. Little видео. Окей? Давай снимаем, и подумай, что мы чуть-чуть. Вот какой королевский номер, ребята. Вот это мы зашли. Мама дорогая, это ж какой-то манджлис, чтоб конференции есть. Класс. Ух ты. Шикарно, шикарно. Смотри, какая-то специальная. Это гардероб. Брэк-шоу, гардеробная. Вот это круть. Тогда зло, что он был открыт. Thank you. Вот такие номера бывают вообще. Так, а теперь мы идем. Это лифт? Тут кнопочек нет только. А, вот есть точно. А, это надо сейчас опять прикладывать будет. Просил. Давай, приложим. Сейчас попробую. Ну, слушай, отсюда, наверное, оно поедет. Наверное, сюда оно прикладывает. Ну, как он, на какую скорость? Никого не привезли? Я думаю, что просто набрал. А ну, давай посмотрим. Он уже мой. Все? Ну, да, наверное, вниз. Смотри, сейчас посмотрим. Какой у нас лук? Лук. По-человечески вид. Я училка физкультуры. Училка физкультуры. Что вы от меня хотите? Кстати, у меня... А это платьишко. Можно я похвастаюсь? Да. Я сама его связала. Наташа сказала. Я лайки. Сама его придумала. Конечно, узоры я не сама придумала. Это высший пилотаж узор придумывает. Но компоновка моя. Кстати, это, по-моему, какая-то обзорная площадка была. Да? Вот она. Выходим, посмотрим. Давай, никого нет. Знаешь, что мне нравится? Хоть отельчик, ну вот, видно, что он уставший, скажем так. А куда мы приехали? Мы, наверное, неправильно приехали. Давай посмотрим. Не на тот лифт мы, наверное, сели. Ух ты, иранские ковры. Ну, не знаю, красивая вязь арабская, эти все коники, цвета. Ну, здесь что-то куда-то не туда приехали. Ну, посмотри, здесь какие должны быть хорошие. Я думаю, нет. Точно, это права, не права. А какой он тонкий. Какой тонкий ковер. Обалдеть. Так, лифт уехал, а бросили. Так, что здесь? Вот шейх Заид и шейх Халифа? Да, слева его сын шейх Халифа, нынешний президент Эмиратов. Справа шейх Заид. Слева президент. А что здесь? А что же нас отсюда бы не выпустили? Это нам вот сюда надо выйти и направо пойти. Все, окей. Настоящие туристы всегда идут в обход. Давай едем на первый этаж и там спустимся. Боже, ну это реальные тропики какие-то. Красота. Тут и драцена, тут и... я забыла. Фикусы. Да не, ну зачем им бедным мучиться на людей смотреть? Нас охранники, конечно, это... Мы опять не туда приехали. Тихо, не кричи. Куда это мы приехали? Не, мы туда приехали. Ой, тут, конечно, ничего не видно. Опять какой-то номер? Маджлис это? Никого нет. Никого нет. Ага. Это комната для молитв. Я не буду заходить. Я не знаю, как тут себя вести. Поэтому я не буду заходить. А так, мы можем обойти и вниз спуститься? Ну что, опять нас охранник выводит. О, бог ты мой. Так а вот же ступенечки есть. А it's okay? Постой. Да. Ага. Ага. Thank you. Мы должны кому-то дать что-то, и нам дадут полотенечки. Боже, какая красота! Ну слушайте, пальмы реальные, тропические пальмы. А фикусы какие. Боже, какая краса! А лианы какие. Папоротники, божечки. Красиво. Так, куда-то ромашка уже убежала. Идем. Что тут? Ой, магазинчик. Сувенирный магазинчик, наверное. Hello, good afternoon. Что мы делаем? Ага, это мы.
Сейчас остановлюсь. О, джим здесь есть. Но он, не знаю, работает или нет. Все, взяли полотенечки, выходим. О, как красиво здесь. И какой же ветер дует. Ну, я же микрофон поставила. Может, это ресторан тот? Смотрите, какие растения интересные здесь. Да это как какие-то вот пустынные, которые вот чуть-чуть совсем листиков. Ага. Или магнолия, или франжипани, да. А вот здесь наш номер. Угу. Где-то вот. Маленький балкончик на 5-м этаже. Красота. Вон идем уже в зону. Входим в зону бассейнов. Ну, наверное, там камеру выключу. Что-то удастся подсниму. Идемте посмотрим, что здесь на склоне. Что здесь очень много местных, и я не думаю, что они будут в восторге, если я буду их снимать, особенно в купальнике. Ну, будут кричать, визжать. Мне тоже показалось, что море, честно. О, красота какая, смотрите. Придем вечером погулять сюда. Вон кафешечка есть. А, Эльхайма, это кафешечка. Ох ты, красота. Я надеюсь, вам видно. Ну что, сейчас перезаписываю видео. Не получилось, микрофон сдувать начало. Идем мы с вами вперед. Наслаждаемся красотой. Просто такой вот вид с горы Джебель-Хафит. Из отеля Mercury Grand. Вон, Наташа там уже стоит, досточка прикрывается. Сдувало так, что у меня микрофон ходил ходуном. Красивые здесь растения. Красивый сам отель. И ветер просто. Я не знаю, как сейчас действительно поплавать мы сможем в бассейне. Мне почему-то кажется, что и за этим ограждением прям должно быть море. Сейчас попробую подойти ближе, потому что у меня микрофон сдувает просто. Смотрите, подошла к самому обрыву, и здесь просто свистит. Вот внизу дорога, туда мы ехали к Сунилу на ферму снимать. Смотрите видео в ссылке вверху. Вот горы. Чудесное место, здесь прохладно, точно на 10 градусов меньше, чем внизу. И ветер просто разрывает. Надо отсюда отходить, а то улечу. А вот и территория бассейнов. Бассейн, пальмы, зелень. Ветер, который задувает эту зелень. Есть даже шахматы большие, джакузи. Шикарная. И отличный отель, который расположен на горе Джебель-Хафит в Эмирате Абу-Даби в городе Эль-Айн. Ох, ветер свищет просто. Сдувает. Кинули мы наши вещи уже, но не могу отвлечься от такой красоты. Просто хочу показать вам. Смотрите, здесь немножко ветер потише. Что это, стульчик такой какой-то? Что, молитвенник что ли какой-то, не знаю. К нему дорожка идет. Надо будет узнать, что это такое. Вот мы уже... кинули наши полотенечки на лежачки. Лежачки, да, немножко все-таки так подубитые. Но это четверочка старенькая. И платье мы, в принципе, наверное, за такой шикарный вид. Смотрите, какое Наташа здесь дерево нашла. Пушистое, красивое, с такими красными цветочками. Это просто что-то. Фантастика. Красота какая. Кто-нибудь знает, в комментах напишите, что это. Кстати, вот горки работают, все здорово, малышня катается. Все классно, будто и нет никакого вируса. Денчик вообще шикарный, там джакузи еще дальше, супер. А вон ромашка сидит, машет. Подмерзла уже. Подмерзла. Хочу показать вам, друзья мои, отель. Смотрите, кафешечка. Здесь можно сосканировать QR-код и заказать еду.
И вот все ближе подходим к этому аттракциону. Оказывается, смотрите, здесь были горки. Горки такие прикольные, мы таких на таких во Вьетнаме катались. Как же здорово. Жалко, что закрыто. Не знаю, может, какой-то смертельный случай был. Странно. Наверное, эта штучка относится к аттракциону. Непонятно все-таки, что это такое. И смотрите, вход к ней закрыт. Не знаю даже, как пройти. Солнце начинает садиться. И будет красота. Не знаю, как Наташа здесь стоит после бассейна. Тут дикий ветер просто. Зато просто бомбезный вид. Не, очень холодно. Я вообще уже замерзла. Отель Крут, да? Смотрите, какая у меня шапочка в виде листика. Кто был в похожих отелях в других странах или в Эмиратах, пишите, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь. Еще всего много интересного будет. Всем пока!